Всем привет, с вами Прия. Сегодня автопринятием в 20 часов по серверному времени дали квест «Шепот ужаснувшегося мира». В старом Нардсколе, в низине Шалазар, делается этот квест. Задача — юзнуть проводники силы. Быстренько их используем. Раз, два, три. Готово. И теперь используем. Выслушайте предупреждение Азерота. Ну, давайте выслушаем, так и быть, и получим 32 миллиона сил артефакта. Надо включить звук. Здесь я слышу ее четко и ясно. Но сейчас что-то не так. Ее почти не слышно. Помоги узнать, о чем она просит. Как я правильно понимаю, это событие перед 7-3. И я сильно надеюсь на то, чтобы 7-3 не стартануло 22-го, на самом деле. Это будет крайне неприятно. Так, и что меня тянет? Давай-ка ко мне тяни меня. Беседа с душой мира. Это тебе не болтовня смертных. Может, если к звукам прислушаться, то звуки сердцебиения есть. Он веселый, бодрый. Там все в тенях, все в мраке скверни. Ему весело, ему норм. Что, мне вниз падать? А, не, не. Темный титан. Его нужно остановить. Аргус, планета Легиона. Судьба Азерота решится там. Кажись, нам нужно хорошенько подготовиться. Расскажи Кадгару, что мы узнали. Удачи!
Да, Магний, ты прав, нам нужно хорошенько подготовиться. И вот не 22-го запускать патч, а 23-го, а 30-го. Как раз хорошая дата, ровно год со старта Легиона. Вполне. Это, видать, диалог был не мне. И как бы все на этом. Оно могло прокнуть на X2, по факту. Но, увы, не прокнуло. Ладно, всех вам благ, как говорится. Счастья, здоровья, надеемся на выход патча 7.3, конкретно 30 числа. До скорого!